Доброе утро! Сегодня первое утро Нового года. На улице никого, многие магазины закрыты. И я приехала, наверное, в самый оживленный район Сингапура сейчас – Чайнатаун. Я вчера, когда ехала в зоопарк, заметила, что у них везде, на всех окнах, на всех балконах к Новому году висит красный фонарик. То есть считается, красный фонарик не повесил, Новый год не отпраздновал. Немного о еде. Вот на этих меню блюда обычно нарисованы страшненькие такие, что не хочется даже их брать. Но на самом деле все это выглядит намного лучше и по вкусу, в принципе, нормально, есть можно. И обычно не предлагают и не подают напитков. То есть на фудкортах, вот где много-много разных национальных кафе, я даже один раз попросила бутылку воды, и меня отправили в другое кафе, где продаются вода. Вот так вот. Ну, проблема с салфетками по-прежнему остается. Еще у них есть станция метро, которая называется Кэшью. Это храм Зуба Будды. Да, Зуба. В сети ресторанов Джамбо подают лучшего чили-краба, так что если вы решитесь отведать это блюдо, которое является символом Сингапура, советую сделать это в Джамбо. Не то чтобы я его там пробовала, но говорят, что там самый лучший. Вчера было очень важное американское событие, спортивное, Супербоул. И вот эти все американцы, они сейчас здесь смотрят трансляцию вот там вот на экране. Тут сумасшедшие просто. Я смотрю, тема жирненьких птичек тут как-то особенно популярна. Какой-то местный юмор. Очень увлекательно. Увлекательная наука, которая действительно увлекательная. Советую.
56 этаж Marina Bay Sands. Слегка ветрено. Это еще выше, чем колесо обозрения было. Колесо видно сверху. Самый знаменитый бассейн с открытой перспективой. Правда, с этого ракурса мы его видим редко.